выбрать, потому что если я буду сейчас, ну, остаюсь на своей прежней работе, то мне сложно будет заниматься полноценно этой работой. Если я уйду, то у меня не будет финансовой поддержки для того, чтобы все-таки реализовывать то, что я начинаю. Ну, то есть, как вот. Ну вот здесь вот мне сказали, что уход это будет препятствием, что скорее не нужно уходить, потому что, может быть, это наоборот меня усугубит. Может быть, не сейчас, да? Или не сейчас, да. Не готова, видимо, еще к этому.